Друзья, всем большой привет, всем добро пожаловать на наш канал в Ютубе. С вами Асум Башту и с вами город, уникальный город, лечебный город, самый теплый точка в Турции, город Аланья с вами, друзья. Сейчас хочу с вами поделиться 3+1 дублекс район Оба. Район Оба — это уже практически центр, друзья, все городская инфраструктура здесь рядом. Мэр, государственные больницы, школы, частные и государственные, и стоматология. Все здесь, друзья, торговый центр, магазины, рестораны, кафе, все здесь рядом, друзья. Поэтому вы не переживайте, везде можно пешком ходить. Так что здесь вот это, что есть, аппараты здесь. Огромный большой территорий, зелень, везде бассейн есть. Открытый бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, все есть. Давай отсюда прямой идешь, это очень далеко. Территория огромный, большой, в самом деле, друзья. Так что даже территории есть, какие-то продукты, апельсин, мандарин, лимон, все есть. Огромный, большой территорий. Так что очень хорошая погода, да? Очень хорошо. У нас время какое? 10:10. У нас 10:10 время. И утром вот такая очень хорошая погода. Вот такой бассейн. Бассейн очень красивый. В самом деле, друзья, вот такой длинный, большой, широкий бассейн. Очень красивый комплекс. Балкон, огромный балкон. Балкон мне больше всего понравились здесь. Балкон очень красивый и большой угловый. Давай еще внутрь пойдем. Посмотрим, какая планировка. Поехали. Итак, друзья, номер объекта 65-59-arbatoms.co. Вы можете через наш сайт тоже более подробно посмотреть, изучать, читать. Так что, если я что-то пропускаю, вы можете через наш сайт тоже можете посмотреть. 65-59-arbatoms.co. 200 квадратных метров. 3+1, друзья, территорию уже вам показывали, огромный большой территорий и огромная большая квартира, друзья, в самом деле, везде балкон, и как вы видите, она так продается с мебелью, с бытовой техникой, оба, рядом есть коттедж, рядом есть метро, здесь тоже балкон есть, там, вот там тоже балкон есть, оператор, все это детали покажем, хорошо, потому что очень красивая квартира, очень такой красивый, уютно, домашняя атмосфера, вот этот балкон уже засеклен, вы можете открывать, если в Турции, я вам что говорю, альтернативы нету, Турция действительно уникальная страна, альтернативы нет, куда хотите, туда идите, ездите, посмотрите, но если жить, проживать, это однозначно number one Турция, друзья, потому что вот это даже засветлит балкон, я других сторон не видел, ты видел оператор где-то, разрешают? Ну, так красиво и так правильно я не часто видел. Да, вот такой, засветит балкон, я другие стороны, я сам тоже путешествовал, посмотрел, но нету, в Турции все продумано, все человечески, друзья, так, поэтому альтернативы нету, просто нету альтернативы, Испания, Дубай, Таиланд, Болгария, куда, Египет, куда хотите туда идите, все равно Турция — это уникальная страна, друзья, так что, короче, это перехожая, вот это перехожая, вот это перехожая. С левой стороны вот такой шкаф, с правой стороны лестница, второй этаж, дублекс. Это дублекс, здесь санузел и спальная комната, еще общий туалет, оператор, вот это все покажешь, хорошо? Еще если я что-то пропускаю, давайте поднимаемся на втором этаже, мрамор, видите, везде мрамор. На втором этаже 200 квадратных метров, 3+1, гардеробная комната, здесь тоже еще санузел есть, общий санузел, ванная комната, и есть еще здесь родительская комната, здесь еще прачечная, да, по-русски? Да. Прачечная комната. Прачечная комната, два стиральная машина, и здесь два отдельных кровати, детская комната, еще
Так что здесь тоже террас есть с видом на крепость, Аланский крепость. Очень красивый. Еще не только красивый, еще место расположения отлично. Вот это можно уже назвать, да, родительская комната, спальная комната. Короче, 3 плюс 1, 200 квадратный метр, 65-59, номер объекта через наш сайт вы можете посмотреть. Так что оператор есть ко мне вопросы? Я поеду на встречу, у меня встреча. Хорошо, я сейчас красиво оставлю. Хорошо. Давайте, друзья, берегите себе, любите себе. Если что, как владелец компании Arbatoms, под видео есть мои контакты, пишите, звоните. Всем удачи, берегите себе. Пока.